Всем привет, Павел из Вьетнама. Сейчас вам покажу небольшие происшествия после дождя, что творится на пляже. Смотри. Этот весь мусор убирается с пляжа в данный момент. Дожди у нас идут уже на протяжении всего месяца. Обратите внимание, какое море красивое, голубое. Чем это напоминает какао? Она просто коричневая. И этот весь мусор сливается на пляж. Да, давно я такого не видел на самом деле, но тем не менее, так оно и есть. Это весь мусор, 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 с гор. Капитан. Подмога. Сколько халявных палочек. Добро, добро. Все в дом, все в дом. Пригодится. Все верно. А вот там чуть дальше. Мы сейчас кое-что интересного видим. Там, походу, у нас лодочка. Ага, так оно и есть. Рыбацкое судно. Руль от корабля. Богатство, богатство. Аж двигатель даже есть. Вот это поворот.